15 марта в стране начнутся трехдневные выборы президента России. Бойцы Приморского добровольческого отряда «Тигр» призвали жителей Приморья прийти на избирательные участки и проголосовать. Военнослужащие обратились к приморцам из зоны проведения специальной военной операции. Приморский добровольческий отряд «Тигр», зона проведения специальной военной операции, 2024 год. Мы, бойцы добровольческого отряда «Тигр», обращаемся к жителям Приморского края. Уже завтра состоятся выборы президента Российской Федерации. И мы понимаем, насколько этот выбор важен для каждого из нас, для каждого из вас. Мы призываем вас прийти на избирательные участки в один из трех дней и сделать свой выбор. Этот выбор определит путь нашей страны на ближайшие годы и даже десятилетия. Сегодня мы с вами делаем нашу историю, историю свободной и великой России.